Прежде чем приступать к обсуждению насущных вопросов, для членов Общественного совета по делам молодежи был проведен небольшой экскурс в историю работы Красногорского центра социального обслуживания граждан. Его директор Сергей Дулин рассказал об основных видах деятельности учреждения. На сегодняшний день центр оказывает помощь пожилым людям и инвалидам, обслуживание на дому, предоставление социального такси, создание и функционирование университета третьего возраста. Это только малая часть того, чем занимаются местные сотрудники. После подробного доклада представители молодежного совета поинтересовались, какие проблемы есть у пожилых людей, которые можно решить силами общественников. Сегодняшнее очередное заседание совета проходит на базе Центра социального обеспечения инвалидов и граждан пожилого возраста. Но, безусловно, мы были центр, чтобы не забывать, все-таки молодежь, за нами будущее, и мы должны уважать пожилых и инвалидов. Далее члены совета перешли к обсуждению предстоящего праздника Победы. В частности, молодые люди определили площадки Красногорского района, где 9 мая может понадобиться помощь волонтеров. Также многие из присутствующих выразили желание принять участие в акции «Бессмертный полк». В рамках молодежного совета в первую очередь нам будет проведена это вахта памяти, где мы посетим мемориальные комплексы, посвященные войне. Следующее выездное заседание молодежного совета состоится в конце апреля. В планах общественников посетить фабрику «Конфаэль» и нахабинское производство лекарственных средств. Максим Мельников, Евгений Волков, Марианна Быстрова, КРТВ.